подсветили, все удачно, ленточку отдали. Поплов много провокаторов. Ты когда снимаешь, даже не покуришь нормально. Если девушки, вы бы ленточки на входе убираете, а там пристегиваете. Почему? Забирают. Кто забирает? Ну, ленту, а кто забирает? Мне интересно. Если полиция, забирает? Полиция, там, там у них даже. Как на приказ висит. Ну, я вам говорю, я потому что не знал, ага. И пришлось знать. Вон, ребят, с майками завинтили тоже. Ну, так что так. С майками это что? Это наши или это? Наши, наши. Или это враги? Наши, наши, ребят. Ну что, нихуя? Правильно, если бы нас предупредили, мы тоже прошли с ленточкой. И это все тоже пришлось сдать. Нет, а там люди ходят. Не, ну да, ну так я полицейскому говорю, а у меня там может еще штук 5. У вас и там, говорит, примут. Я говорю, ну, ага. Так они забрали, не отдали вам обратно. Не, я вышел, забрал. А, ну, я говорю, что. Закон есть закон. Закон есть закон, у нас они не задавят, потому что мы все вместе. Это они могут забыть. Это они могут забыть. Мы этого всего не забыли и не забудем. Если для них это не важно, как они говорят, путь уносится со своей победой, да? С той стороны уничтожили все. Что у нас есть победа, у них нет. Да, 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 да. Я представляю, сколько, как бы они отмечали. Да. Вот так. Это точно. Так, ну ладно. На набережную встанем. Спасибо. Вам с праздником тоже. Вот так вот. Ну, душеподъемно вот так вот с людьми поговоришь. Слышишь так с телевизора, говно льется. В парке в этом даже не было, даже не знаю почему. Ну, как-то... Это, в принципе, у нас так вот набережную особо не любил. Ну, по другим более пугающим моментам. Если надо было спускаться, а потом подниматься. Но кто ростовский, тот знает. Сиренька. Птички. Сиренька хороша. Праздничная, праздничная. Вчера народу мало было.
ну, по традиции, чуть позже, вот все люди, которые там собираются, ну, я уже говорил, что обычно так, это с кучками, знакомые со знакомыми, ну, как и у нас, раз сели, выпили, закусили, отметили. Вон на кораблях, я не знаю. Наши шпры. Ну, не наши. Наши. У нас такие же ходят, кажется. Открытой воды нет, а все плоскодонные. А вот этот инь-янь я не видел. Моби-Дик. Можно сказать, что сегодня на будний день. Как красиво покрасили. Без цыганей никуда. Я сейчас свой заберу и поеду домой. Хафан. Ну, правильно, что я сюда не ходил. Цены космические. Набережная хуй. Так, ну и промежуточный финиш. Охотники за сенсациями. 30% ходят с фотоаппаратами, чтобы какую-нибудь провокацию выловить. А, сколько билет стоит? Интересно.
А, это как во Франкфурте, та же фирма. Два гриля. Так. Штернкрайс. Ага. Входа. А-а-а. Еще другой вход. Не знаю, вот этот вот монумент мне напоминает какую-то площадь энергетиков, блин. Даже непонятно. Так, велосипед я надо найти, я что-то, блин, забыл. Нормально хранить. Ага. Все. Повижу. Так, все, включаемся. Настраиваемся на обратную дорогу. Да, вот есть такие штуки для велосипедов. Вот ехал у меня соседушка. Так, ну тут что? Тут можно его вот сюда повесить, накачать колеса. Ну, всякие разные ключи. Так, мне нужен инбус. По-немецки называется инбус. Так, сейчас попробуем.